боечки как стали этим удаленным игроком, и мы забили и довели дело до конца. Друзья, всем привет, это дневник фаната Light, это победное дерби, кубковое дерби, 120 минут рубки, игра в меньшинстве, сумасшедшая шиза, сумасшедшая поддержка. Всем спасибо, кто был на стадионе, кто рубился на поле, кто поддерживал, кидал лучи ауры со всей России, со всего мира. Мы знаем, что за Спартак болеют все, меньше лишних слов, больше дела. Пацаны, сейчас вы увидите, как прошло это огненное дерби, 2-2, удаление и победа, выход в следующий раунд. Идем за кубком, блядь, пацаны. Что скажу, сейчас идет 75-я минута, и вы увидите, мы сейчас забьем гол, потому что, во-первых, мы лучше шизим, во-вторых, мы лучше готовы физически. Я думаю, не зря Тедеско во время зимнего сбора не делал товарищеский матч и сделал упор на физуху. Сейчас в конце матча мы прибавим, даже дополнительного времени будет, мы счет 3-2 минимум в нашу пользу. Идем дальше, блять, лучшие, просто лучшие! Саша, во-первых, с победой тебя поздравляем. Спасибо. У тебя сегодня дебют за «Спартак» на открытии арене. Ты говорил уже про энергетику этой трибуны. Расскажи, как тебе первое твое серьезное, большое, главное дерби страны? Как прошло, как эмоции, как твои личные эмоции? Это просто великолепно.
считаю, потому что это непередаваемые эмоции, и я думаю, это останется на всю жизнь. И болельщики нас, можно сказать, несли, ноги сами бежали, и когда, я думаю, когда я сидел, меня заменили уже дополнительное время, нас удалили игрока, я считаю, что болельщики как стали этим удаленным игроком, и мы забили и довели дело до конца. Когда забил Ларсен, конечно, все обрадовались, все побежали. Я думаю, что все понимали, что это победный гол. Саш, мы, во-первых, приветствуем тебя от имени болельщиков в «Спартаке». Это наш дом, мы рады видеть тебя дома. Мы надеемся, что со временем это станет твоим домом, и ты будешь себя здесь чувствовать как дома. Спасибо. Саш, спасибо. Мы верим, что вместе с тобой вся команда придет к заветному титулу. Тебе лично желаем удачи. Спасибо большое. Спасибо тебе.